Привет, друзья! Вы на канале в поисках золота и старины. Да-да-да, это я. У меня сегодня для вас, моих подписчиков, есть две новости. Одна очень хорошая, а вторая просто хорошая. Какой начнем? Давайте с очень хорошей. Благодаря вам, мне и всем по чуть-чуть, мы с вами насобирали на компьютер. Да-да, все, мы это сделали, мы его победили. Я только что ездил в район, вот, оделся, чтобы на человека быть похожим, поехал в район и заказал оперативную память. DDR4 Kingston на 8 гигабайт. Ну, наверное, надо будет подождать где-то с недельку, дней 10, но не важно. Главное, что процесс уже запущен. Потом придет, отвезу компьютер, пускай поставит мне семерку, а потом выходит, у меня-то сейчас XP и все мои программы, с которых я монтирую ролики, там, озвучка, все такое, все они-то на XP-ху 32, а будет стоять семерка 64, то есть придется все заново переустанавливать. Конечно же, что-то стоит криво, косо, придется все долго мурыжить, но это уже полдела. Так. Относительно стримов. Стримы, я не знаю еще, что это такое. Если кто знает, только не теорию, что такое стримы, чего-то такое донаты, как это все настроить, надо оно мне, не надо, подскажите. Просто потому что я читал, для меня это там как что-то отдельно настроить. Донат отдельно, стрим отдельно. Я ничего не понял, если честно. Так что, если кто-то в этом шарит, буду признателен. Аж не верится, что будет компьютер. Теперь, когда я его сделаю, соберу до кучи, я начну монтировать те ролики, которые я снимал коп летние. Потому что у меня есть чуток летних, вы заметили, да, у меня было лето, потом бах, стала осень. А еще есть и летние, но они большие, и находочки уже почистил, даже фотографии сделал летние. То есть надо только это все в кучу сбить, и будут еще копы. Да, там будет даже жара, 40 градусов, помню, потел как кабан. Так что всем вам, друзья, огромное спасибо. Вот вы такие люди. Надо делать добро, и вам воздастся. Аж не верится. Так, вторая новость какая? Я себе, так сказать, забабахал второй канал. Ну, как забабахал? Он у меня был давно, так сказать, тестовый. Я его использовал там, грузил разные ролики, смотрел статистику, как, чего, чтобы, так сказать, не рисковать основным. А сейчас решил сделать его вторым каналом. Зачем? Да не знаю, мода такая. Смотрю, у всех есть названия такие красивые, лайв-канал и все такое. Ну, у меня будет просто канал. Смысл? Зачем? Потому что вот та информация, которую я снимаю, я ее храню пока. У меня где-то 75% всех моих роликов есть. Но, как показывает практика, бывает, стал с утра кукин-квакин, канала нет, забанили. Ну, такова жизнь. И вот я решил сделать себе резервный канал, так сказать, будет хранилище наших с вами видео, поездок и всего такого. Потому что жесткий диск-то не резиновый, а покупать новый, а просить у вас, стыдно, хватит. И вот я решил, сделаю второй канал, но он будет отличаться чем? Там не будет рекламы. Будет реклама только от Гугла, наверное, просто я ее не могу убрать. Гугл решает, где ее ставить. А вот вся такая там другая в начале ролика не будет, я ее все повырезаю, будет просто ролики. Да, те люди, которые относят меня к своим друзьям, с которыми мы дружим, подписывайтесь на второй канал, так сказать, чтобы не потерять друг друга. Ссылочка будет под видео, да, я его добавлю в рекомендованные. Он чуток похож на этот, но не такой. Там уже есть даже несколько видео, так что заходите и подписывайтесь, чтобы мы, так сказать, могли найти друг друга. Мало ли что случится. Да, еще чего хотел сказать. Вот все те ролики, в которых мы с вами говорили о покупке компьютера, я удалил. Зачем? Ну, потому что не совсем честно получается, да? Компьютер-то мы с вами уже, так сказать, почти купили, а ролики остались. А если кто-то зайдет новый или не смотрел и подумает, что мы еще собираем и бросит денежку, а она уже не нужна, правильно? Это как бы нечестно. Мне не надо чужих денег сверх того, что надо было именно для вас, для канала. Так что я их удалил, потому что там-то я прошу помочь мне для компьютера, а он уже не нужен. Так что жалко, конечно, потому что там я рассказывал про себя, но расскажу еще раз, чего там. Если захотите ролики, где я рассказываю про себя, пишите, будем снимать просто про бла-бла-бла. Ну, вот как-то так, друзья. Спасибо еще раз всем. Наконец-то мы насобирали на компьютер. Теперь не дождусь, пока придет оперативная память, и отвезу я это все, чтобы с этой кучи коробок сделали нормальный комп. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы все вот такие вот. Спасибо за человечность. И еще раз, если кто-то хочет не потеряться и быть в курсе событий, так сказать, подписывайтесь на второй канал. Вот и посмотрим, сколько реально людей, которые меня смотрят. Ах,
классно сегодня. Копать, конечно, не выйдет, потому что что? Потому что все налипает, у нас все на полях. Кто-то скажет, ты говорил, что в лесу копать нельзя, у вас леса нет. Нет, друзья, этот лес как бы лес, но он неправильный. Это лес времен СССР. Здесь нет ничего, я здесь был 100 раз, кроме пробок и пивных бутылок, нет ничего. Да, пару раз находил пулю, спутник охотничий, но не более того. Да, в декабре, наверное, будет несколько лично моих выездов. Будет одна заброшка, знаете, там, где мы с вами, первая часть, где ходили, что была тарелка царская, зажигалка и все такое. Много из вас написало, ты не там искал, надо было там посмотреть, там стола, ножки надо было отломать, а там подоконником, короче, я туда вернулся. Угу, вернулся еще летом. Конечно, разломал там всю. Не, я не мародер, там и так все сломано. Ну, я нашел то, что искал. Там было, не помню, 2 или 3 еще зачетные находки, но в таких местах, что я даже подумать не мог. А искал там, где вы сказали. Так что не пропустите, этот ролик будет 8 декабря. Он огромный, там почти час, но там весело. Спасибо, что вы у меня есть. До новых встреч на канале. Пока-пока. Пусть в вашей жизни будет все хорошо. Как у карача, тарарам. А место здесь красивое, когда погодка классная. Можно приехать, пожарить шашлычок. Конечно, было чего жарить. О, как бы не свалиться сейчас. По мостику иду. Мостик вот такой вот, видите? Еще раз спасибо вам всем. Не думал, что когда-то насобираю на компьютер. Спасибо.